Обманутые дольщики Балакова снова в центре внимания. Сегодня прошла очередная встреча участников долевого строительства «Саратовгизстроя» с депутатом Госдумы Николаем Панковым, который держит их проблему на контроле. Обманутые дольщики высказали свои предложения по решению своего сложного вопроса с жильем, в том числе потребовали от виновных лиц возместить средства за недостроенные квартиры. Более подробно о встрече в сюжете. Несколько лет прошло с того момента, как строительная организация «Саратовгизстрой» обанкротилась, оставив около 400 балаковцев без квартир и денег. Предполагаемые жильцы трех домов в 3-м Г-микрорайоне, 3-го, 5-го и 12-го, в течение всего этого времени, пройдя множество инстанций, создали жилищно-строительные кооперативы, необходимые для достройки домов. Вопрос обманутых дольщиков Балакова находится на контроле депутата Госдумы Николая Панкова. Регулярно проходят встречи парламентариев с дольщиками. Участие в них принимают и представители местной администрации, прокуратуры, полиции и Минстроя региона. На этот раз обсуждали вопросы дольщиков третьего дома, не вступившим в созданное ЖСК. Из 190 проданных квартир порядка 30 потенциальных хозяев по разным причинам воздержались от вступления в жилищно-строительный кооператив. Большинство из них не ждут продолжения строительства, а настаивают на возвращении потерянных денег. Где мои деньги? Меня интересует, и когда будет возврат? 3 года. Николай Васильевич, сколько процентов можно было получить, положив их в банк? Для разрешения ситуации есть несколько выходов. Как рассказал заместитель прокурора города Балакова Семен Изместьев, дольщики все еще могут вступить в кооператив. Также деньги могут вернуться на счет реализованного имущества застройщика после судебных разбирательств или дождаться выплаты со страховой компании. До 15 октября продлено расследование уголовного дела. Кроме того, до этой же даты продлен срок ареста директора Мацелевича. Да, по уверению и по убеждению руководителя следственной группы, 15 октября дальнейших продлений никаких не будет, и дело уйдет в суд. В надежде найти ответственных за сложившуюся ситуацию, обманутые дольщики из Балакова провели очередной пикет у здания областной прокуратуры. Как подчеркнул Николай Панков на встрече, все лица, причастные к банкротству компании, независимо от их должности, должны понести ответственность. Ситуацию не политизировать, что кто-то где-то встал с плакатами, и мы собрались. Правильно должны все ответить. Павел Леонидович Чепатов возглавлял область, а по словам Чепрасова Ивана Васильевича, что он аффилирован с этой компанией «Газстрой». Конечно, этот вопрос надо задать и Павлу Леонидовичу. Или этот вопрос задать Кискину Михаилу, который на тот момент был депутатом Саратовской областной думы. Как отметил Николай Панков, с любым решением, которое примут дольщики, согласятся и будут его прорабатывать. Наталья Карпова, Анастасия Минаева, Анастасия Моргунова, Евгений Левин, Саратов, 24.